Нет, ребята, я не гордый. Но загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль, итог не к спеху. Вот закончили бы войну, вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. Буду ли жив еще? Едва ли. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали. Мне тогда ее подай. Обеспечь, разве достоин? И понять вы все должны, дело тут совсем простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий. Вся округа на виду. Где-нибудь да в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я бы не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз друзья мои, где мальком под лавку прятал ноги босые свои. И курил бы папиросы, угощал бы всех вокруг. И на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг.